Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня пятница, третья седмица Великого Поста, 17 марта по новому стилю или 4 по старому. Совершается литургия прежде освященных даров, и мы творим память. Мученика Павла и мученицы Иулиании III века, святителя Григория, епископа Констанции Кипрской, преподобного Герасима Ижина Иордани V века, преподобного Иакова Постника VI века, перенесение мощей благоверного князя Вячеслава Чешского в 938 году. Память преподобного Герасима Вологодского, подвижника XII века, благоверного князя Василия Василько Ростовского и преподобного мученика Иосафа Снятогорского Псковского XIII века, благоверного князя Даниила Московского XIII с самого начала XIV века, священномученика Александра Лихарева, пресвитера, убиенного в 1938 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы почтим память благоверного князя Василия Ростовского. Святой князь Василько принадлежал к славному в русской истории роду суздальских мономашичей. Старший из внуков Всеволода Большого Гнезда от его старшего сына Константина Василько или Василий родился 7 декабря 1208 года в Ростове, где княжил отец. Там прошло его детство, а в 1216 году, когда Константин Всеволодович стал великим князем Владимирским, Ростов был выделен Васильку как удел для самостоятельного княжения, а было ему тогда 8 лет. После смерти отца, а великий князь Константин умер, когда Васильку не было еще 10 лет, наставником молодого ростовского князя был дядя, великий князь Владимирский святой Юрий. 20 лет правил князь Юрий Владимирской землей, и все эти годы Василько был его ближайшим другом и соратником. Летописцы отмечают цветущую красоту Василька, его светлый и величественный взор, отважность на звериной ловле, благодетельность, ум, глубокую книжность, кротость и добродушие в обращении с боярами. В 11 лет Василько участвовал в походе Владимира Суздальских войск на Волжскую Булгарию, а в 1221 году в 13 лет в походе к устью Оки, где святым Юрием был заложен в тот год Нижний Новгород. В 1223 году впервые в южных степях появились татары – народ неведомый, вышедший из глубины Азии. Первой их жертвой стали союзные с Русью половцы. Русские князья совместно с половецкими ханами, многие из которых приняли святое крещение, решили дать отпор степным хищникам раньше, чем они дойдут до русской земли. Святой Василько возглавил вспомогательный отряд, посланный великим князем Юрием для участия в общерусском степном походе. Враг оказался сильнее, чем думали. Сказалось, вековое разделение удельных властителей, не способных к дружным совместным действиям в масштабах большой войны. Отряд Василька не поспел к решающей битве. У Чернигова пришла к нему печальная весть о разгроме русского войска на реке Калке 16 июня 1223 года. Это было дурное предзнаменование. С востока надвигалась гроза. Василько со своей дружиной вернулся в Ростов. В 1227 году Василько Константинович женился, взяв в жены Марию, дочь святого Михаила Черниговского. В 1931 году у Василька родился старший сын Борис. В 1237 году татарский смерч обрушился на Русь. В декабре под ударами Батыя пала Рязань. Князь Юрий не решился бросить свои войска ей на помощь. Предстояла трудная оборона Владимирской земли. Татары предлагали ему мир, и святой князь готов был к переговорам, но условия мира – дань и вассальная зависимость от хана. Это было неприемлемо.
Первый бой с татарами был принят у Коломны. Командовал дружиной Всеволод Юрьевич, но был разбит. Враги устремились к Москве, взяли и сожгли ее. Другой сын Юрия, Владимир, возглавлявший оборону Москвы, попал в плен. Святой Юрий и его верный сподвижник святой Василько были преисполнены решимости биться за православную веру христианскую с татарами. 3 февраля 1238 года, быстро и беспрепятственно пройдя по зимним дорогам, татарская армия подошла к Владимиру. Несмотря на героическую оборону, судьба города была предрешена. Святых князей Юрия и Василько в городе не было, и 7 февраля город пал. Последним оплотом владимирцев стал Успенский собор, хранивший главную святыню русской земли, чудотворную Владимирскую икону Божией Матери. Татары обложили собор дровами и хворостом и превратили в огромный пылающий костер. В огне и в дыму вместе с тысячами беззащитных женщин и детей погибли епископ Митрофан и вся семья святого князя Юрия. Сыновья Всеволод, Мстислав и плененный ранее Владимир были подвергнуты истязаниям и зарезаны пред очами хана. Святой Юрий тем временем стоял с войсками под Ярославлем. Узнав о гибели столицы и о смерти близких, князь, по словам летописи, возопи глазом великим со слезами, плача по православной вере христианской и церкви. Святой Василько, подоспевший с ростовской дружиной, укреплял его на ратный подвиг. 4 марта 1238 года произошла решающая битва на реке Сити. Татарам удалось неожиданным маневром окружить русскую армию. Началась сеча. Мало кто из русских воинов ушел живым из этого страшного боя. Но дорогой ценой заплатили и враги за победу. Святой Юрий был изрублен в отчаянной схватке. Василька из раненного привели в ставку Батыя. Татары принуждали его следовать обычаю ногайскому и быть в их воле и воевать за них. Решительно отверг святой князь мысль об измене родине и православию. «Никак не отведете меня от христианской веры», — говорил святой князь, вспоминая древних христианских исповедников. «И много мучивший его смерти предаша, повергоши его в лесу Шернском». Так предал душу Богу святой князь Василько Ростовский. Благоверному князю Васильку не было еще 30 лет. Епископ ростовский Кирилл, придя на поле сражения, предал погребению погибших православных воинов. Тело святого Василька было найдено в Шернском лесу сыном священника и привезено в Ростов. Там супруга князя, дети, епископ Кирилл и весь народ ростовский встретили с горьким плачем тело любимого князя и погребли его под сводами соборной церкви. Святый, благоверный княже Василье, моли Бога о нас. До новых встреч, дорогие телезрители!